Всем привет. Привет всем. В общем, у нас небольшая поломка. Ну, чуть-чуть, в общем. Вообще чуть-чуть, да. Мы ехали и остановились прямо посредине дороги. Это трэш. Спасибо, там ребята еще остановились. Угу, да, это было круто. Я думал, что они стали сначала, типа, да. Этот, ну, типа... Затулили на место, где запарковаться на обочину стать. Они наоборот вышли, короче, и помогли затолкать нас на обочину. Так что есть добрые люди, спасибо за это. Это было круто. Просто заглохли и все. А может, мы сейчас заведемся? Ну, чуть-чуть постоять надо. Может, и заведемся. Ехали в центр, надо было съездить нам там. Ой, не доехали. Бывает. Давно, кстати, у нас такого не было. Очень давно. В этом году точно не было. Так что сейчас постоим немножко, потом попробуем завести. Надеюсь, что заведется. А если нет, то... Вызываем эвакуатор. Жеку, да? Жеку, да. Попросим, чтобы он нас притянул домой. Да, такие у нас делишки. Прямо вот здесь среди дороги остановились и все. Капец. Я не знаю, может, залило водой, там лужа такая была, мы проезжали очень большую. Не знаю, все может быть. Ну, отъехали недалеко от дома, конечно. Относительно недалеко. Ну да, можно тут вручную дотолкать. Да, то если что дотолкаешь. Угу. Правда, подгорку я не знаю. Как. Так что не скучно нам. Ух, машина какая. Это Раптор или как? Форд. Не помню, не как знаю. Это называется. Тундра. Что-то типа такого. Колеса с подсветкой вообще бомба. Вот да? Это на раскопке такую машину. Угу. Гляньте, вообще класс. Еще и с прицепом, прикинь. Угу. Вообще супер. Вот он натягач. Тогда, прикинь. Мне диски передние нравятся у него. Угу. Через поле, через гай. Ходить Женя, помогай. Виручай. Привет. О, привет, что такая грустно? Да, ничего, соскучились, привет. Да. Здравствуйте. Это треш. Да, ну что, рассказывайте. Не знаю, заглохло. Заглохло. Просто заглохло и больше не завелась. Мне кажется, туда куда-то вода попала, потому что мы когда-то ехали и давно еще ночью. Помнишь, мы когда-то остановились, и эвакуатор вызывали? Тоже был дождь, типа, и мы в лужу где-то влетели, типа, и вот тут заглохли. Только с той стороны. Нет, так я же говорю, может быть, потому что ты говоришь, по лужам не ездила, но дышка не ездила. Не, ну здесь. Да, да. Ну, да, у нас там как выезжать. Да? Погнали. Пошли заводить. Паниковала. В общем, переехали мы на эту сторону, ну, вернее, перетолкали. И сейчас Женька меня оттянет домой, оттащит. Он, конечно, переживает, у нас там есть спуск, а машина, когда, ну, не заведена, то у нее совсем там другие тормоза в половину работает, скажем так. Вот. Он немножко переживает, но я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас, если окажется, что уже нету крючка, за который зацепить машину, то я предложу Костю посадить в багажник, чтобы он сидел и держал этот канат. Я, конечно же, шучу. Это у меня уже такой истерический смех. В общем, не скучно.
Че он не звонит? Сейчас позвонит. Передача выключена, нейтралочка. Да, ну все как обычно, да. Пытались завестись, но не вышло. Це капец. Съездили в город. Это будут самые долгие километры в моей жизни. Твоей? А, ну да, ты ж боишься. Ну да. Да не бойся, Кума. Очко ладно. Ну это так же сильно, но я переживал за вот этот путь. Просто я не знал, думаю, что он будет. Не, ну тормоза деревянные на самом деле. Ну, да. Деревянные, я же за что и говорю, что думаю, блин, вдруг она раскочегарится. Ну да. Ну, пить или еще что-то, думаю, за пипец. Ну да. А Жека с собой лопату возит. Да. Слушай, Жек, что, ну хочешь это, да, покопаем. Да. Ну ничего, не переживай, Кума. Ух ты, я тебя догоняю. Не догоняю, все хорошо. Капец, тормоза деревянные. Это жесть какая-то. Слушай, Жек. Я знаю, да. Блин, а вот это теперь мне стрёмно тоже. Когда я просто вижу, что трос не в натяжку. Это страшновато. Очень, да, потому что я не могу. Я жму на тормоз, а он не... Ну, он тупо деревянный. Да. Капец. Меня уже притолкали. Притолкали, дотащили. Дотащили, да. Сейчас затолкаем во двор. Веселая поездка, да? Да, очень. Ну ты молодец, сдержалась. Да, слышишь, ну, меня аж... левая, да, немножко, так, да. Вот, аж за этот... Аж спина мокрая, стрёмно. Да? Костя Ленин помог, спасибо большое. Мы уже во дворе. Тогда бы мы бы ее точно не затолкали бы. Ой, спасибо. Ой, пожалуйста. Я уже все. Да. Как ты спрашивала меня, не скучаю ли я уже. Уже не скучаешь, да? Костя заезжает? Я уже. Не. Насладился общением с вами. Спасибо. Пока хватит. Пока хватит, да? Да. Ой, капец. Костя опять аллергия. Сейчас покажу. Можно показать? Покажи. Покажи. Вот, смотрите. И вот. И вот. Раздевают меня, помогите. Ну, подними голову за этот. Гляньте. Жесткая, конечно. Лена дала ему 2 таблетки. Одну он выпил, потом через час, наверное, да? Угу. Еще одну выпил. Ну, хоть не чешется вроде бы, или чешется? Ну, чуть-чуть, да не, уже не так. Спать после нее хочется. Да. Классно у Ленок усидели. Да. С тетей Аллой. Капец. Что, на руках? А, тоже на руках уже? Вот, есть уже на руках, да. На ноге чуть. Угу. Да, жестко, конечно. На крест похоже. Да. Пушкин. Кельтский. Кельтский ты крест. А на спине нету? А ну, да я загляну. Есть, уже начинают появляться на спине. О, и здесь. Сейчас у меня станет кожа, как у ящерицы, я стану рептилоидом. Не смешно, Костик, не смешно. В общем, это ты этим чешешься или что? Да, прикольно. В общем, этот. Поедем, сдадим тебе анализы. Когда? Почухался. Опять. Сейчас поехали. Да, сейчас прям. Сдадим, надо знать, что это. Самое напряжное, когда на ухе чешется вот тут, прикинь. Что, серьезно? Ну, бывает. Ну, не сейчас. Да. А, не сейчас. Такие уши красные. Вроде бы аж подпухло. Уже стухли. Стухли. Ой, китти. Чтобы не спать ложиться? Да, будем ложиться спать. Всем говорим сладких снов. Кто нас вечером смотрит? Да, кто тоже будет сейчас ложиться. Такое, конечно, да. Ну, не расстраивайся. Я не расстраивайся, я просто спать хочу. Да. Ну все, всем пока. Да, до новых пока. Встреч, до новых после полугов. Таблетки, что на сон клонит. Да, Лена и говорила, что она угу. Сон будет клонить. Ну все. Всем пока, до новых встреч, сладких снов.